Так, друзья, пригнан новый Мерседес. Вот, можете так вот оценить. Но хороший обзор сделать не успею, потому что машина сразу отдается клиенту. Вот. Аппарат вообще мощнейший. Сейчас быстро в мойку отдать и сразу клиенту. Вот, можете заценить, как внутри все. Монитор. Я хотел сделать про утопленник, но на данный момент получился такой ролик, что просто сделать обзор Мерседеса. В данные даваться не буду пока ничто. Вот, зацените. Кожа салон. Все очень четко. Вот. Если сегодня машина останется у меня, то я полный обзор и все как что сделаю, покажу. Ассаламу алейкум всем. Друзья, машина обошлась, в общем, вы не поверите, но в очень хорошую цену. В общем, мы, как сказать, машину взяли, ну как, то, что сейчас инфляция, за очень дешевую цену. Клиент не хочет, чтобы я называл цену, но та, что с Рустави машина была, намного дешевле и год намного свежее. Вот, смотрите. Все, кожа в отличном состоянии. Вот. Двойной люк, панорама. Все прибампасы, в общем. Может быть, если сегодня останется машина у меня, сделаем хороший драйв. Иншалла, если получится, постараемся, в общем. Цвет черный. Цвету речи нет, хороший. Ну, пыль берет, конечно. Пыль берет. Я, в общем, 2 дня провозился над этой машиной. Провозился, из-за чего проверял, машина не битая, не крашеная, взята у дилера, у германского дилера, он нам переправил ее, в общем, ну и мы поехали, через Грузию ее забрали, в Грузии простояла она 1 день, и на следующий день я ее перегнал сюда, так что все нормально. Но если машина сегодня останется, я не буду давать слово. Машина, если останется, сделаю хороший обзор. Ну и посмотрим, что к чему, как. Сейчас я мотор открою. Мотор аж так, как. Тут у меня помощник есть. Как вы знаете, я не один. Вот, смотрите, какой зверек. Вот так вот он выглядит. В общем, все данные будут вечером. Если время будет, я засниму, все расскажу. Просто у меня еще там на подходе еще одна машина. Осталось на заправке. Как его он? 2 машины вообще застряли на таможне из-за того, что доллар поднялся. Сейчас посмотрим, как что с ним получится. С этим долларом. Но если что, Султан на связи. Ассаламу алейкум всем. Эту машину я пригнал, в общем, своему близкому человеку. Если, в общем, насчет цены с ним поговорю. Но 23 табло, я вам так скажу, на 8 кусков, в общем, дешевле. Ну давайте, всем пока. Давай на мойку. Сейчас мы ее помоем хорошенько. Ну а я, как вы видите, друзья, вот сейчас компьютер, здесь все, провожу интернет. Если что, Султан будет на связи. Вот здесь вот так вот оборудуем потихоньку. Ну, всем ассаламу алейкум.
Султан на связи. Да, я хотел ролик сделать про это, про утопленника, но просто вот такой вариант подвинулся, чтобы машину привезти. А человеком я познакомился через скайп, попросил, поехали, пригнали. Ну и следующий ролик, я думаю, что сделаю насчет утопленника, потому что очень много поступило вопросов. С утопленниками нужно обходиться очень аккуратно. Я постараюсь передать вам то, что знаю, и на какие места нужно обращать внимание, в общем. Ну, до следующих встреч.